Друзі, всім привіт! Є історія, що з нами трапилось. Друзі, всім привіт! На днях у нас був дуже цікавенний огляд автомобіля, і я, мимоволі, був присутній на цьому огляді. Що з цього вийшло? Огляд автомобіля Infiniti FX35, там якогось 2008 року. Ідеальний останній автомобіль, 170 тисяч кілометрів пробігу, заявляють рідного. Давайте подивимось. От що ти нам лепиш? Це просто шляпа. Так, блін, я... не зли мене. Мені похерулично вообще. Чого ти мені сипиш, що ця машина, що цей мотор стоїть чуть? Да верю, да полюбас. Да іди, сука, роботи. Все красиво, братан, не лезь, не зли мене. Вечна тема боротьба перекупщика і підборщика. І от зараз от мені задвигають, що машина стоїть 9200 з рідним пробігом 170 тисяч, там 2008 рік, Infiniti. Класна машина. Ну, типа, класна машина. Ну. Ні, так, звісно, наутюжена класна машина. Вон утюжена, в родном все. Посмотри. Так який родной, у бампер уже не той. Який бампер на цій машині? Бампер здесь при чому? Посмотри так... на неї. Все болти родні, посмотри сюди, не кручені. Да, все подкрашено, вижу. Ну так, звісно, людям хочуть, щоб не було нічого видно. Вот, капот, вопроси. Вопросов маю дофігіще, але 9200 це... Це 9200, зараз будемо подивитися. Ми ж нищим... Все заполірована, піпець. Вибачте, хороша машина, трошки підрозвалюється. Так, зараз ми це назад вставимо, що воно типу так і було. Вот эту вставку, понятно, що були. Вот эта вся кожа, видишь, родна, руль родной. Ну вот, вот руль это, шитый? Это а часть. Может быть, шитая. Вот это вот рвется так же точно. Вот это рвется тоже. И мне кажется, ее рвется чуть... вообще, знаешь, где здесь? Вот здесь рвется. Потому что вот здесь кожзам, кто знает. Да. Ну да, вот он. Ну правильно, вот здесь рвется. Ну, и если он, ты наверное, помнишь. Внутри. Состояние, посмотри, посмотри на потолок. Просто я его даже не мыл, то еще ни хера ему. Смотри. Наверное, ее под этот, под... Может, понятно, здесь пробег вот этот оригинальный. Я знаю первый и второго хозяина этой машины. Я за машиной слежу уже 10 лет. Она за меня ходит кругами. Один дядька полковник из был, а второй на был. Я поки що промовчу. Ти ж розказуєш, що 4 косметики. Що це за кратери нафіг про этому самому по шпакльовці? Ти чого? От що ти нам лепиш? Эту дверь уже красили 18 раз. Это просто караул. Это просто шляпа. Сиденья перешитые. Так что, да посмотри на те двери. Что? Ну дверь крас 300 микрон. Что ты орешь на меня? За 300 микрон? Так, пожара? Блин, я... Не зли меня. Это сорян. 17 лет машине. Ах, любимая тема крашеная суппорта. Чего не ну, кисточкой? Это не до меня. Удивительно, это не я сделал. Хотя мог бы я. Вот это все мог бы я сделать. Да все там вроде, а тебе прибор дать или что? Слушай, мне ваш прибор, ну, я к мертвому припарке. Косметика мне похерулично вообще. Что да, он... верю, конечно, да. Пошло, вот что мне важно, чтобы он не отвалился ни мотор, ни коробка, ни лейка. Ну, да. Потому что карбатор минус 4. Что ты мне сыпишь, что эта машина, что этот мотор стоит 4? Послушай звук мотора. Нет, звук здесь... хороший, замечательный. Автомат попробуй. Сейчас я дальше посмотрю. Вообще бампер у нее, смотри, как матом стоит. Криво. Это у тебя реально профдеформация. 17 лет. Молодая была, уже не молода. Это 40-летняя шлюха. Если не шлюхи, она охуенная. Это не 17-летняя девочка, 3-летняя машина. Иди, посмотри сюда. Ну, стаканы. Открой эту крышечку, все сухое. Так что же открой, ее открутить надо. Кто не мыл? Ты что, блин, ты посмотри. Ты туда. Не мыл. Да хрена мне ее мыть. Да верю, да полюбас. Я и не мыл, да ё-моё. Ёпти, да тут курили просто пипец. Враховуючи те, что низ рынку, то типа окей, 9200 норм, але ну такие. А за 9 она как бы ну, уже не такая, как... Ну, здесь спиточек есть. Такое. К этим годам машина как-то живая. А то, что она идеально. Какого хера быть идеально? С чего я вообще вот идеально? Зачем? Вот прямо у всех матери. Сидите, может, зарабатывать бабло 225, что сзаду, что тут. Ну, потому что то полировали, а то нет. Конечно, полировали. Ты же не забывай один аспект. Наша задача найти лучшее то, что есть. И то, что мы найдем машину лучше, чем твоя, это 100%. Я, так нет, я же говорю, у нас тут разные чуть даже принципы отбора машин. Конечно, разные. А я, смотри, у меня есть десятка, говорит, что мне делать? Понимаешь? Кобылих делать и за коня продать. Абсолютно верно. Я говорю, ты бедный, иди сюда работай. Да? Не, ну хоть меня когда спрашивают, а я мог купить себе классную Мазду 3, кто-то там седьмого за пятерочку на автомате. Я говорю, можешь, но не классную, не Мазду и не за пятерочку. А так можешь. А кто это так мотор мыл? Кто-кто? Я кто? Ты и не мыл! Да хрена мне ее мыть? Так а что ты его нормально помыть не мог, чешу? А я помыл так, чтобы не видно было того, кто не знает, как надо быть мотора. Что не видно, что полы грязный, полы нет.
Конечно, не видно. Ну что так гребенок? Ну так посмотри. Видишь, тут пыль лежит, тут чуть пыли, видишь, как все? Так я тебе рассказываю. Вот так моешь машину, потом берешь и пылью посыпаешь вот так. Ты мне рассказываешь? Как батюшка. Коля. Ну да, тебе нехер рассказывать. У меня пыль специальная, разные, у меня есть разные фракции пыли. А разные дисперсии? Да. Берешь чуть-чуть попшикал вавилькой, вот так вот. И оно раз и разлеглось. Вот слово. Все красиво, братан, не лезь, не зли меня. Да. Посмотри, ну, на эти зазоры, ну куда? Ты хоть капот до конца закрой. Сейчас тебе ударю, сейчас. Да ну, блин, ну посмотри, оно раком все стоит, боком все. Сука, покажи мне еще, поехали финики смотреть. Да ну я тебе говорю, ты что это ну просто ну машина здесь кривая. Какая кривая? Да ты посмотри сюда, вот как тут лялечка, как тут красота. И посмотри, какая я шляпа здесь. Я вот что, что ты мне наворачиваешь, ну нахера? Только почему? Слушай, за минуту ему тебя сделать ровным, потому что здесь болты, вон, посмотри на них, практически не кручены. Тоже, они, видишь, еле-еле крутились. Ключевое слово практически, так зато здесь не резинка сюда, вообще. Смотри. Да ты сюда смотри, она укрученная в поноса, там выкрученная, ничего. Да просто ничего, просто констатация факта. Лонжероны целы, все. Все чудесно, классная, охерительная машина. И хлопай крышкой и все. Не может машины быть все, за 9, офигитель... такой, как за 12500. Офигительная машина, что класс. Что ты, зазор да, вот эту видел? Вот это? Да, ой, да, свести. Нет зазора. Вообще, крыло все свести за секунду. Я не хочу даже это делать, это уже лишнее этой машине. И мы перестали этим заниматься всем. Тепер прийшов час розповісти насправді, що відбулося в цей день. В цей день у нас був ну, некий такий курс під підвищення кваліфікації для наших менеджерів. І це був майстер-клас від перекупа. До речі, класна назва для відео, напевно, так я його назву. Майстер-клас від перекупа по тому, як готують автомобілі. Для мене особливо і для всіх наших хлопців це важливо тим, що вони повинні знати, як автомобіль готують. Вони повинні знати, що таке підготовлений автомобіль, що таке непідготовлений автомобіль. Коли в них є насмотреність, то вони навіть по фотографіям розуміють, чи підготовлений цей автомобіль і чи ні. Тому особисто для нас це було важливо. Але враховуючи те, що я вже ну, майже півтора роки не обирав автомобілі для звичайних людей, тому що я останні півтора роки вибираю, займаюся лише тим, що я вибираю автомобілі для наших ЗСУшних хлопців, то в звичайних виборах я не участвую. А тут, коли я бачу, що реальність, котру і сповідує перекуп, вона взагалі не підходить з тої реальності, що дійсно треба нашим замовникам, тут я просто не можу, не витримую, тому що я дуже не люблю, коли кажуть неправду про автомобіль. Хоча, якщо подивитись дуже уважно, він неправду не сказав не разу. От ви, якщо передивитись цей шматочок ще раз, він сказав про автомобіль суту правду. Ну, як сказав? Не досказав, але і неправди він не сказав. Він просто талановито уводив увагу. І дуже-дуже класно. Тобто у нього це в крові. Він, як продавець, дуже класна людина. У мене головна дядя. І він такий чувак, що може навіть ескімосам сніг продасть взимку. Тому хлопчина, як продавець, він дуже класний, він дуже потужний. Так от, соль цього відео, навіщо вам це показувати? Якщо ви думаєте, що вам неможливо впарити автомобіль, в багатьох випадках ви дуже сильно помиляєтесь. Чому я це знаю? Тому що ці люди, вони заточені під те, щоб просто продавати ці автомобілі. Бо машини, що ми оглядаємо, ті, що вони мрачні, ті, що ми заворачуємо, просто отак підходиш до машини з 15 метрів і бачиш, яке там жахіття, розворачуєшся і уходиш, ці автомобілі все одно продаються. День-два їх нема. А машина це неякісна. Тому, друзі, будьте пильні, будьте уважні. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.